Очередному ульяновскому учебному заведению присвоили имя выдающегося человека. Отныне 47-я школа будет называться в честь чувашского просветителя Ивана Яковлева. По словам директора школы, принятию решения предшествовала десятилетняя краеведческая работа, проводимая педагогическим коллективом совместно с учениками. Это, естественно, накладывает определенные обязанности на нас, потому что появляются новые цели, новые задачи учебного учреждения по сохранению культуры, по сохранению языка, по сохранению памяти Ивана Яковлевича Яковлева, а именно в рамках, в стенах школы. 29 ноября состоялась официальная церемония переименования. Сотрудники Министерства образования, школьное руководство и представители чувашской автономии участвовали в знаковом событии. Деятель национальной диаспоры Валериан Ромашкин рассказал, что присвоить имя великого человека было не так-то просто. Для этого пришлось попросить благословения от потомков автора чувашской письменности. Лично связывался с праправнучкой Ивана Яковлевича Яковлева, ордынской Любовью Михайловной, и она нам дала согласие от имени всех потомков Ивана Яковлевича Яковлева. И вот, пожалуйста, это свершилось. Светлана Куликова, исполняющая обязанности главы Ульяновской рады преобразования в школе, в которой сама проработала 12 лет. По ее мнению, культурное наследие великого человека необходимо сохранять и передавать следующим поколениям. Что такое имя великого просветителя? Это значит, мы с вами должны не просто изучить историю жизни и эпоху, в которой жил великий просветитель Иван Яковлевич Яковлев, мы должны продолжить эти традиции, понимаете, привнести их в нашу жизнь. Торжество в честь переименования прошло поистине красочным. В школьном музее была организована выставка, посвященная обычаям и традициям Чувашии Ульяновской области. А на сцене актового зала выступали артисты в этнических костюмах с зажигательными народными песнями. Виктория Чиркова, новости Ульяновской правды.